Монтаж здания на бульваре Узворос. Этот памятник архитектуры, некогда жилой дом, разбирает камень за камнем. На его месте должен появиться замок Света, новая латвийская национальная библиотека. Это ничего, что денег на строительство пока нет. Это ничего, что строителей пока нет. Все компании, когда-то желавшие строить замок Света, куда-то подевались. Вот 18 ноября хотели заложить первый камень, но не заложат. Денег нет совершенно. Министерство культуры все еще надеется на деньги, которые государство получит от приватизации предприятия «Латтелеком». Но этот вопрос снят с повестки дня правительства, пока в кабинете министров не будет полноценного министра экономики, обязанности которого сейчас исполняет сам премьер Калвитес. Так что демонтаж этого дома в Пардаугаве сейчас выглядит неким магическим действием. Вот мы его снесем, и все у нас получится.